Концертный сезон 2013-2014 для творческих коллективов Дворца молодежи был насыщенным. Так, за прошедший год появились новые команды, которые радовали зрителей своими номерами не только на родной сцене, но и на городских и республиканских площадках. Поэтому на отчетном концерте были представлены только лучшие выступления. Это вокалисты, театралы, танцоры, участники КВН-команд, шоу-групп и других творческих молодых людей. На завершающем мероприятии сезона были отмечены лучшие активисты. Им были вручены благодарственные грамоты от Комитета по делам молодежи. Но на этом учреждение культуры свою работу не заканчивает. Впереди еще День защиты детей и День молодежи, подготовка к которым уже началась.